Здравствуйте! В эфире программа «Кто кого» и с вами Белла Дубровский. Эхо войны. 44 дня противоборства. Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе с сентября по ноябрь 2020 года впервые за долгие 16 лет вновь заставил людей ненавидеть, стрелять друг друга, убивать и калечить. Война между закадычными соседями, а заодно врагами, показала, что битва за землю, национальные интересы, религиозные различия, гордость и достоинство народа все еще актуальны в нашем современном мире. Новых технологий, сайбера и хай-тека. Мы думали, что войны проходят сегодня лишь в интернете, но эта война показала всему миру, что неоконченный конфликт между странами и тем более борьба за землю влечет за собой всегда не только разногласия и споры, но и жестокую войну. Одно объединило народы Азербайджана и Армении. Обе они назвали эту войну отечественной. Но у каждой страны свое отечество, свой патриотизм и свое достояние. Каковы истоки конфликта? Почему он не заканчивается и сегодня, когда на границе продолжают стрелять и убивать? Какова роль США, России и даже Израиля в этом первом за многие годы военном конфликте в мире двух гордых народов? Азербайджан и Армения. Стороны Баку представляет историк и раввин Михаил Финкель, а Ереван историк Эдуард Армаганян. Эдуард, Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с вас. Как видит это, по-вашему, Азербайджан сегодня, этот конфликт? Я так понимаю, что Азербайджан долгие годы мечтал, надеялся и хотел вернуть свои земли. Он этого добился. Есть международное право. С точки зрения международного права, Нагорный Карабах – это Азербайджан. Признано ООН, признано всем мировым сообществом. А армянская сторона в одностороннем порядке отчуждила от Азербайджана и оккупировала эти территории. Де юре это был грабеж и бандитизм чужой земли. Сейчас территориальная собственность практически восстановлена, подчеркну, не до конца. Израиль всегда поддерживал Азербайджан с первого дня и приветствовал восстановление территориальной целостности этой близкой нам родной страны, территории бывшего хазарского каганата, бывшего иудейского царства. Подчеркну, хазары все время спасли евреев в 8, 9, 10 веке от погромов Византии, от дискриминации в арабском халифате. Сегодня Азербайджан наш стратегический союзник в регионе. И я приветствую победу азербайджанского народа. И я так понимаю, что вы говорите, что и хазары это часть названия Азербайджана. Конечно. Хазар, конечно. Очень интересно. А Каспийское море называется Хазарским морем. То, что говорит Михаил, он говорит, справедливость восторжествовала, Азербайджан вернул свои земли, война окончена, в ней победил Азербайджан, и Израиль поддержал, и правильно сделал. Израиль поддержал? Так говорит Михаил. Говорит Михаил. Как вы видите, как историк, истоки этого конфликта? Знаете, когда я прокручивал, обдумывал, с чего мне начать, прежде всего хочу поприветствовать тех, кто сейчас нас слышит. Дорогие родственники, друзья, коллеги, братья и сестры, все мы так или иначе братья и сестры. И поэтому, когда в последующих комментариях вы будете делать оценки, пожалуйста, примите во внимание, что бы здесь ни было сказано, господин Финкель не представляет государство Израиль, он представляет лично себя и свое мнение, он не представляет евреев, чтобы здесь было сказано. Я лично знаю очень много евреев, огромное количество, не обязательно моих родственников и друзей, или коллег, которые придерживаются прямо противоположного мнения, начиная от низов до Кнессета. Понятно. И так далее. Эдуард, пожалуйста, внимание. Я еще это как закончу. Вступление. Нет, я еще не закончу вступление. Поэтому при последующих комментариях, пожалуйста, учитывайте это. То есть это не значит, что государство Израиль никогда государство прямолинейных заявлений по этому поводу не делало. Продажа оружия это разные вещи. То, что есть бакинское лобби, ну понятно, есть бакинская группа, в общем, нефть и черную икру никто не отменял, это понятно. В общем, причем это достаточно узкая группа людей, но она очень активна по понятным причинам. Все, вы сделали вступление, теперь давайте по сути дела, наша программа «Я задаю вопросы» здесь, если можно. Поэтому первый вопрос, как вы видите истоки этого конфликта, с чего они начинаются? Вы историк, и вы знаете историю лучше всего. По поводу, прежде всего, хазарского каганата. Очень громкое заявление. Я вам как историк говорю, хазарский каганат не был иудейским царством, это миф. То, что верхушка хазарского каганата приняла иудаизм, я могу лекцию прочитать на эту тему. При каком хане, при каких обстоятельствах, когда. Вы знаете, это не иудейское царство. Там, например, было нечто вроде Верховного суда,
два мусульманина, два христианина, два иудея, один язычник. Каждый мог обратиться по своему. Это влияние корпорации, купцов родонитов, действительно, тут деньги тоже сыграли свою роль, которые имеют общественные связи, международные связи хорошие имели. И под их влиянием действительно была проведена, кстати, вы знаете, ну, слышали историю о том, что князь Владимир, знаменитая конкуренция, как древняя Русь принимала. Это была калька с предания, которое было более ранним у хазаров, действительно. Понятно, ну, сейчас, поэтому... очень сложно нам сейчас анализировать историю. Это не религиозная традиция. Давайте поговорить о земле Нагорного Карабаха, с чего все началось. Конфликт всего... между армянами и азерами именно там. Именно там. Скажем так, на протяжении веков, как минимум со второго века до нашей эры, с начала второго века до нашей эры, это то, что можно прочитать в любом открытом источнике. Это то, что не написали армянские историки, я хочу сказать. И вплоть до начала пятого века нашей эры, эта территория была частью так называемой Великой Армении. Что значит Великая Армения? Кстати, когда госпожа Фарида Мамедова, я ей желаю здоровья в любом случае, это главный специалист по албанизации армянского наследия, я слушал ее лекции, задавал вопросы, она, дай бог, в любом случае, дай бог ей здоровья, правда, ее называли там армянской шмелкой в какой-то момент, когда она написала историю Албании, и многим руководству не понравилось, что она использовала термин «Великая Армения». Великая Армения, как историческое, так и географическое понятие, Медгай, то есть Большая Армения, которая включала в себя огромные территории, практически вся восточная. Уж точно включала Арцах. Да, это реальность. То есть была группа кавказских племен, которые стали называться албанцами, говорившие на наречии кавказионском, есть такое понятие, кавказцам наречии. И они занимали часть течения Куры и Аракса. Чаще всего это было севернее Куры. Я надеюсь, карту все представляют. Так вот, когда Армения, формируясь как большое, огромное национальное государство, она включает в себя, разумеется, территорию. Это процесс становления, формирования народа. Это естественный процесс. То она включает в себя территорию, и эта территория была арменизирована. Это стало частью национальной на протяжении веков. После того, как Армения ослабла, зажатая с одной стороны Персидской империей, с другой стороны Римом, ну тогда уже Византийская империя, она оказалась разделенной. Центральная и Восточная Армения оказались под властью Ирана, Западная под властью тогда уже Византийской империи. И это начало V века. До 428 года существовала еще царская династия Аршакидов, существовала армянская. После смерти последнего царя персы запретили избирать, как сказано было, царство досталось нахарарам Армении. То есть с широкой внутренней автономией, со своим национальным языком, со своим национальной церковью и так далее. Оно контролирует эти территории. Понятно. То есть то, что говорит Эдуард как историк, он говорит, сотни лет это была Великая Армения, другая Армения. Армяне находились там, как и евреи, на самом деле, которые вернулись на свою землю 2000 лет спустя. Вот так говорит нам история. Ну, во-первых, я хочу опровергнуть ложь этого господина первого. Государство Израиль устами посла Дика, посла Израиля в Азербайджане, поздравило Азербайджан с победой. Наш посол посещал освобожденные территории, включая город Шуша, и поздравил от имени правительства Израиля Азербайджан братски с победой. Второе. Каждый день во время войны груженные самым новейшим оружием самолеты из Тель-Авива летели в Баку и поддерживали наш братский народ. Братский, что, такая... как не дела, подтверждают позицию. А все, что вы говорите, пропаганда. Третье. Наш Кнессет, в котором у вас есть знакомые, не признает так называемый геноцид армянского народа и не признает его. В-четвертых, вот все, что я сказал, это правда, а все, что вы говорите, это ложь. Далее, по истории. Границы танцуют туда и сюда. Нельзя апеллировать к прошлому. Израиль является исключением. Когда мы говорим о территориях Иудеи и Самарии, мы апеллируем к Библии и к вечному завету Бога, который сказал, эта земля будет навечно вашей. Все остальные земли не навечно тем, кто там живет. Границы меняются, народы меняются, этносы меняются, религии меняются. Далее, есть большой спор между учеными, являются ли современные армяне потомками Урарту и потомками той древней Армении. Это тоже вопрос очень спорный и неоднозначный. Это вы кальку по поводу еврейской самоидентификации? Нет, это я говорю об армянской самоидентификации. Цехах, в которых клепают подпольные... якобы псевдодревности в Карабахе, Господи, которые были найдены. Господи, вы понимаете, это тоже ведь найдено. Журналисты все это показывали. Поэтому это все смешно. Но то, что в Азербайджане пока журналисты, мы понимаем.
Все это естественно, разумеется. И по поводу вот этой кальки древней еврейской, сколько было в самой еврейской традиции, в самой, среди самих еврейских ученых и раввинов, евреи это народ или евреи это религиозная группа? Когда даже в энциклопедиях так писали, да, действительно, это народ, но не все так однозначно. По поводу заявления вот это, этносы, движения, слушай, пафосные громкие заявления, которые не имеют под собой реальное содержание, дана Богом, то есть Израиль в этом случае исключение? Да, да? Единственное. А, считаете ли вы? Это Библия, и вы как христианин должны в это верить, у вас в Библии это написано. Отвергайте это? Что отвергайте именно? Тогда и Христа, и Церковь. Что это? Что Господь дал землю обетованную израильскому народу на вечное владение. Разумеется. А вот Армению, даже если признать ваш аргумент, вечное владение он вам не дал. Друзья, Эдуард, а что, по этому поводу был разговор, хотя Армения упоминается в Библии как Арарат. Гора Арарат. Армения в Библии не упоминается. Гора Арарат не упоминается? Ни разу, ни разу. Упоминается Араратское царство? Нет, только Арарат. Только Арарат, что? Гора Приноя. Господи, на вас черная экипа, вы Библию не знаете? Араратское царство, пророк Иеремия кому обращается? Какое царство? Царство Арарат... Что? Какое царство? Какая, Араратское какая царство? Книга? Какая глава? Какой стих? Вы не знаете по обращению? Вы мне скажите, вы знаете, скажите. Значит, я точно до конца не помню этот стих. Ну, тогда о чем мы говорим? О чем говорим? Вы не знаете, что Араратское царство упоминается? У нас нет возможности сейчас проверить Библию. Гора... Но какая связь с Арменией сегодняшней? Вам рассказать? Вы приписываете себе древние названия. Да, вы постоянно крапленами играете. Такие о, Господи, истории, что за примитив? Я не понимаю, о чем мы говорим? Остановились. Нет, минуточку. Нет, друзья, веду дискуссию я предполагаю... Одна Эдуард. Надпись, извините, но сейчас мы такую чушь услышали, понимаете? Эдуард, то, что Михаил. Клепают азербайджанские журналисты в Азербайджане. Я понимаю, когда поется с чужого голоса и откуда все идет. Но обратитесь к международной общественности, к ученым. От того, что ООН не признавала до конца, в самой Армении была проблема признания Карабаха. Это примерно то же самое, Эдуард, как здесь, в Израиле. Вы здесь у нас не договоритесь. Я вам точно... Да я не предлагаю не договориться Михаил, с кем-то. Не для того, чтобы убедить друг друга в той или иной правде, тем более исторически, это очень сложно. Потому что хорошо давайте поставленным голосом давайте будем говорить слово давайте нож. Давайте будем задавать вопрос. Это, знаете, дальше. Отскакивает насколько, прямо противоположность. Ну, насколько, успокаиваемся, да, насколько религия здесь тоже играет роль? Потому что Армения христианская страна, Азербайджан мусульманский, мы слышали, что Азербайджан это... Азербайджан мультикультурная, мультирелигиозная страна, существующая армянской церковью в Баку, которую я видел, ее никто не трогает. То есть нельзя называть мусульманской? А вот моноэтническое, нет, это светское государство, абсолютно светская республика, в которой живут христиане, католики, православные, иудеи, ашкеназы и сефарды, мусульмане-шииты, мусульмане-сунниты и даже... Но светская-мусульманская все-таки. Нет. Или абсолютно нет? Светская, нет, светская, с разными гражданами, где большинством являются сегодня мусульмане-шииты. Почему я это задаю вопрос? Потому что, как вы знаете, вы это уже точно знаете, что эта война в социальных сетях, в комментариях людей... Отображается именно так. Кто защищает христианство? Армяне рисовали себе кресты. Кто защищает и говорят, христианство, должен быть на территории Армении. Я имею в виду не армян, а азербайджан, которые знают и чувствуют изнутри конфликт. А именно весь цивилизованный мир. Это война христианства и ислама? Или христианство, или не христианство? Вы мне скажите. Дело в том, какую роль играет религия, религия в Армении и Азербайджане? В данном случае нет. Религия в этих государствах, она может играть достаточно серьезную роль. По поводу мультикультурности, ну, опять-таки, петь чужого голоса можно. Вы видели церковь, то, что поджигали, то, что она закрытая стоит. Но а то, что мечети превращали в свинарники в Карабахе, вы об этом не хотите сказать нам? Я не понял, вы что, пытаетесь поднять и своим голосом перекричать? Истину, не что надо ли? Кричать. Да? Я какие говорю, свинарники? Правда? Правда. Пусть были любой там... ведет в Ютубе свинарники. Ну, разумеется, в Ютубе можно многое найти. Да? И о том, как убивали, как изгоняли, во что превращали церкви. Эскифана вы стали изгонять азербайджанцев в 87-м году. С этого все началось. 87-й год. Потом вы начали дальше изгонять. Откуда вы знаете? Молодой начали? Человек, вы там не родились, вы там не выросли, вы не пропустили через себя. Что вы несете? Откуда а? Вы знаете? Я там родился, я это вырос. И поэтому это вы субъективны. А я историю, не то, чтобы знать, ее надо изучать, а не родиться где-то. Все, идем дальше, друзья. Спасибо, да. Очень, было это очень нужно интересно. Изучать. Прежде всего. Давайте изучать. Поговорим. И когда я слушал лекции тех, о которых вы даже представления не слышите, это не имеете представления. О чем я имею представление, о чем нет. Но это видно по вашему рассуждению. Об этом вы это большая ошибка.
Эдуард, Михаил, останавливаемся. Друзья, продолжаем, у нас есть хорошая дискуссия, не будем выходить за рамки приличного разговора, у нас есть возможность говорить прилично. Давайте поговорим о войне, которая завершилась. Армения проиграла, и за счет чего? Ну, за счет чего? Во-первых, ну, проиграла что, генштабом она признает, что она проиграла. Вы понимаете, вот сейчас, после всего того, что слышал, после всего этого псевдоложного пафоса, указательных пальцев и так далее, так и хочется сказать, вспомнить вечную латынь. Estimanius paupertatis, свидетельство о бедности, о духовной бедности. Вот когда пытаются этим ложным пафосом перекрыть реалии исторические, то, что есть на самом деле. Обратим внимание. Руководит армией турецкий генштаб в Азербайджане. Спецоперации выполняет турецкие спецподразделения. Пушечным мясом является то, что сфолоклисывали со всего Ближнего Востока вот эти исламистские группировки. Кстати, ложь, у своих патронов поинтересуйтесь, когда тот мизерный смехотворный процент потерь давали, их учитывали или нет? Там... Почему тогда, если вы говорите, что Турция помогала, содействовала, и Израиль принимал в этом участие, активно, так или иначе, ведь все время Армения же говорит сегодня, что мы не успели так хорошо подготовиться, мы не закупались, мы не предполагали, ведь эту победу сделали беспилотники, я так понимаю. Израильские ракеты, в основном израильские беспилотники, израильская разведывательная информация, безусловно. Как тогда, кто стал союзником, то, сейчас... кто был союзником Армении, если не Россия, которая тоже не принимает все равно активное участие, то, что мы сейчас... и сейчас находиться на границе, чтобы обеспечить безопасность. Услышали. Кто союзник Азербайджана, Армении? По поводу израильского спецов, по поводу израильских ракет и так далее. Разумеется, они там были. Но основное, я еще раз говорю, вам хотят навязать, противопоставить Израиль и Армению. Израиль, евреев и армян. Ни в коем случае не поддавайтесь на эти провокации. И весь этот ложный пафос, который вы слышите, он ведет к этому, с указательными пальцами и так далее. Так что, пожалуйста, если кто нас слышит, будьте к этому готовы. Армения, дело в том, что Армения оказалась заложницей. Находясь в заложнице чего? Ситуации политической, исторической ситуации. Находясь, по сути, в блокаде, она неизбежно зависит от России. В экономическом плане, в военном плане. Азербайджан тоже? Нет. Нет. В том-то и дело, что со временем, когда изменения социально-политические, экономические, возможности России, стратегии, политические, что бы ни говорили на этих каналах, но Израиль все больше и больше дрейфует вполне естественно. И здесь элемент иродентизма. Есть такое понятие объединение, стремление близких народов. Когда Эрдоган говорит, что мы одна нация, два государства, он вполне в этом объективен. Потому что многие в Армении сегодня говорят, если бы нас не остановила Россия, которая сама решила, как будет потом разделяться территории и земли, то Армения дело бы продолжила том, что... военный конфликт вы и победила бы. Так, дело по крайней мере, что... дело в том, что всему. В массе своей армянская армия, полновесно, она не принимала участия. Этому есть ряд причин. Почему? Дело в том, что если то есть Армения вы считаете, официально... что не было, это не был конфликт Армении и Азербайджана, это формально был локальный это конфликт понятно, на территории что Армения Арцаха или Нагорного Карабаха. Поддерживает, естественно. Но полномасштабно армянская армия не могла принимать участие. Там были балерины вместо армянских солдат. Там были армяне, и не только из Армении. Но там не было... Почему тогда полноценно Армения не почему? Пошла на войну? Я вам объясню. Дело в том, что получается, что Армения воюет с Азербайджаном. Ведь Карабах так оказался, и в самой Армении была проблема признания. В этом есть ошибка, не добились. Но это примерно то же самое, что с территориями Иудеи и Самарии. Ведь вечная проблема, вечная дискуссия, признавать все или не признавать. В конце концов признали Голаны и район Восточного Иерусалима, там, с этим самым, с Модеином там, и так далее. Ну, Модеин даже недавно. Вот. Примерно то же самое и с Арцахом. Как признавать? Если признавать, значит, отдельное государство, потом объединяться. Либо это естественные, что территории армянские, национальные, исторические, культурные территории, значит, естественно являются частью Армении. Хорошо. Секундочку. И поэтому полномасштабно армия не принимала участие. Разумеется, были подразделения. Разумеется, более того, необходимо было защищать тылы. Вы согласны с мнением, что если бы Россия не прекратила конфликт, Армения бы продолжила, и как по разным источникам Армении сегодня, победила бы, может быть, в этой войне, остановила Россию, прекратила бы Россия, это были империя, бы большие жертвы с обеих сторон. И дело в том, что непонятна была позиция Турции. Дело в том, что разное мнение. И сказать... как бы сложилась ситуация, почему? Второе, то, что я еще не успел сказать, почему не принимала участие. Не забывайте, что в тылу Нахичевань и там стоят турецкие подразделения.
Не случайно во время Московский договор, когда заключали 20-21 год, несчастные 10, около чуть 11 километров границы с Турцией у Нахичевани оставили для таких... То есть то, что говорит Эдуард Михайлов, то, что победило, в конце концов, не Азербайджан, а союзники, Турция, возможно, Израиль, Россия. Израиль, конечно, имел... Правильно, не Азербайджан, скажем так, страна. То, Россия, что вы говорите. Дело в том, что... Но вы говорите, Турция победила. Принижать оппонента это очень слабо. Ну, Армения, что это за страна? Давайте скажем. Это там, где герой Гериген Нежде, фашист. Вот в очередной раз. Шаумян, который убил 5000 горских евреев и азербайджанцев в 18 году. Господи, дальше. Генерал Дро, командующий армянским легионом вермахта в Крыму, подчинявшийся Эриху фон Манштейну, виновный в Холокосте. Официальный герой Армении. Им ставят памятники. 26 памятников Герегена Нежде, собаки, который в Абвере был. Далее. Памятники генералу Дро. Памятники всем остальным. Что это такое? То есть вы обвиняете Армению в антисемитизме вообще? Полностью. Антисемитизм и неонацизм. Далее. Сегодня, когда они обстреливают азербайджанские войска, нарушая ноябрьские соглашения о мирном договоре, как кто они себя ведут? Как Хамас, как исламский джихад, как террористы. Люди, которые собственную подпись не уважают. Вот что это такое. Вот историки, кстати говоря, которые жили на территории Азербайджана, всегда говорят, что у нас был мир и покой, у нас всегда хорошо было с евреями. Никогда не было признаков антисемитизма. И богатая история евреев Азербайджана, она и сегодня богатая. В Армении евреев крайне мало было, и, по-моему, сегодня почти нет. Никого почти нет. Вот это один из тех случаев, заблуждение. Прямо противоположно. Нет, это заблуждение. То, что сейчас вот эту всю мешанину глупости, наглости и откровенной лжи мы услышали, ну это уже другой вопрос. Когда-то, в период существования древнееврейских царств, армянские цари, знаменитый Тигран II, огромное количество евреев было на территории Армении. Это были ремесленники, это были купцы. То есть вполне объяснимо с точки зрения классической истории. Когда государство расширяется, нужно население, которое подчинялось непосредственно царской власти. И те, которые могут принести хороший доход в смысле налогов. Поэтому армяне селились. Понимаете? Нет, наверное, армянина, который бы с детства не познавал историю. Кстати, в Азербайджане практически не было исторических романов, за исключением одного несчастного Меча Перона. Случайно ли это? На базе чего? Что писать? Не было исторических романов. Может, сейчас наштамповали? А Армения очень богата. И с детства, читая все это, я знал, какое о добром отношении. Прочитайте роман Самвел о событиях 4 века. Рафи знаменит, его называли Вальтером Скоттом, еврейским, простите, армянским Вальтером Скоттом. И он описывает пафосное выступление еврея, которого угоняют вместе с армянами в персидское пленение, и там целый еврей Эзра, по-моему, называется, целая глава этого посвящена. Так вот, Армения одна из тех редких стран, где евреи сумели, попав в достаточно приличные условия, они ассимилировались. Понятно. Приняли христианство и пропали. Со временем, да. Нет, были те, которых переселяли, те же, например, иранцы, персы переселяли. То есть их просто со временем их было не очень много, и они ассимилировались, стали частью Армении. В новое время они просто оттуда убежали из-за антисемитизма. Если мы возьмем историю Византийской империи, вторыми и третьими лицами Византии были армяне. И где есть погромы и роль церкви, наипервейшая здесь, антисемитизм общехристианский, далее уже антисемитизм идет уже армянской церкви. Евреи считаются врагами Христовыми. Евреи считаются врагами всего этноса и всей культуры. Примеры, пожалуйста, на основании документов. Документов? Да, пожалуйста. Надо тут проповеди смотреть, дорогой мой, когда мы говорим о церкви, а не о документах. Церкви? Так, вы говорите в целом о церкви или говорите я об отношении народа? Я говорю в целом об отношении. Поэтому все вот, это очень похоже на словоблудие, понимаете? Все я вас не оскорблял ни разу, а вы опускаетесь очень низко. Да, а в чем? А вы оскорбляете меня? Чем? Прекращаем. Ну, потому что если мы слышим, вы столько раз говорите об откровенной лжи на пустом месте. Это ваше мнение. Ну, вы изначально, друзья, вы изначально сюда пришли, понимая и принимая сторону друг друга, которая будет противоположна, тем более конфликт, тем более война. Какова роль международного сообщества в истории конфликта Азербайджана и Армении? У меня такое чувство было, что
Миру как-то все равно, на самом деле, что происходило во время войны. Ну, Израиль продавал оружие, но не вмешивался. Турция, понятно, свои интересы. США, у них была перемена власти. Трамп отдавал власть Байдену в те времена. Но, в принципе, и Европа не хочет вмешиваться. Вот нет, не так. Франция, где огромная армянская лобби, всецело поддерживала Армению. И не только Франция. И не только Франция, но и другие страны тоже. Те же страны... Морально поддержка. Морально, конечно, морально, абсолютно. Более чем болтовня, они не способны ни на что. В Америке республиканцы были всецело за Азербайджан. Демократы традиционно с армянским лобби были за Армению. И действительно были выборы. Все было разделено. Но есть международное право. Сухой закон. То есть четыре угла документа. И согласно международному праву, Карабах считается однозначно территорией Азербайджана. Но сегодня, кстати, сколько, каковы итоги войны, насколько действительно Армения принимает их, потому что сегодня мы знаем, возобновились перестрелки, на границе снова стреляют, это может снова произойти конфликт. В нарушение подписанных Армения переговор при посредничестве президента Путина. Армения не сможет смириться, ведь большинство Карабаха... Уважаемые слушатели, вот то, что вы сейчас услышали, скажите, пожалуйста, то государство, которое на данный момент явно слабее, ему нужно удержаться, ему нужно пережить, ему нужно вновь подготовиться, возможно, к будущему. Оно будет устраивать провокации, ему нужна гладь и тишина ему нужна. Значит, Армения а вот тем, кто, поймите, приняла резолюцию послевоенную. Есть она объективные международные наблюдатели, приняла, которые, видят, все. В Азербайджане, которые, видят, что артиллерийский, минометный, автоматный обстрел со стороны Армении. Далее, это государство не такое маленькое. Там стоит в Гюмри российская военная база. Небольшая. Там стоят российские миротворцы. И идет речь в данный момент об открытии второй военной российской базы в Армении. Идут переговоры. Смирилась. России нужно... Отвесите к секундочку. Мы поняли, что Армения привыкает к ситуации, вы так бы сказали. Привыкает, свыкается, мирится с ней. Но она принимает резолюцию и не будет делать никаких действий, я предполагаю, кроме разговоров. Не по отношению... Просто. Я понимаю. Сейчас мне просто интересно, что Азербайджан по этому поводу считает. Насколько Азербайджан принял, опять же, резолюцию о прекращении войны, получил большую территорию Нагорного Карабаха. Азербайджан предложил Пашиняну. Предложил. Давайте всесторонний мирный договор подпишем. Не временное перемирие, как в ноябре 2000 года по окончанию. На этих условиях, на сегодняшний. Да, признаем границы друг друга. И будет мир. И мы вам дадим бизнес. И мы вам дадим инвестиции. И ваш нищий народ поднимется. Это будет выгодно. Но реваншизм, как в Веймарской Германии, очень силен. Пашинян, народ был недоволен. Были большие демонстрации, митинги. Он боялся, переживал. Но остался у власти. Почему? Почему, во-первых, народ переживал. Были почти же переворот произошел в Ереване сразу же после войны. Его обвиняли во всех грехах. Нет, да, были эксцессы, нет. Дело в том, что все-таки он представляет демократическое крыло новой Армении. Поэтому большинство все-таки проголосовало за него. Народ устал от, в общем-то, тех группировок, которые связаны, ну, какая-то существенная часть народа, которая напрямую связана с Россией, бизнесом, и политически они обязаны идти в струе этой. Далеко. То, а это Михаил не говорит, что Азербайджан говорит, друзья, давайте садиться за стол переговоров, заключать уже. Ну, вам же Михаил мирный не процесс. Рассказал, каких там столько деталей. Знаете, как обычно говорят, написано шапка одна, а потом очень много мелкого такого. Дело в том, что почему армяне старались так держались, не соглашались, например, на компромиссы, может быть, вернуть часть районов и так далее. Они понимали, что это буфер. Они понимали, что Азербайджан, ну, Азербайджан в данном случае сателлит Турции, что они на этом не остановятся. Им нужен Зангезурский коридор. Что такое Зангезурский коридор? Это примерно, вот здесь как раз ассоциация, как давила Германия на Польшу. В свое время, что Данцигский коридор был такой, да, в Восточной Пруссии давил. И что такое Зангезурский коридор? Это несчастные меньше 40 километров территории Сюнника. Понятно, то есть условия, которые предлагает, скажем так, Азербайджан, не устраивают изначально даже. Почему? Для того, потому что они требуют под контроль всю железную дорогу самостоятельно. Вы представляете, что тогда будет? Понятно. Но мы никогда не сможем зайти в маленькие нюансы договоров и так далее. Нет, мы... ну, потому что я вам о них говорю. Да, мы пока не что тогда они прекрасно понимают, что это речь идет уже просто о выживание, сохранение. Все-таки Израиль не прекратил поставлять оружие Азербайджану и другим странам. Он, может быть, активно не вмешивался. И официальная позиция Израиля была нейтральная. Армению он предложил гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь отказалась. Армения принимать ее обиделась.
Вот как вы, живя в Израиле, считаете, что государство Израиль действительно приняло так или иначе сторону Азербайджана в этой истории? Почему не принимали историю Азербайджана? Или это просто неправда? Ни в коем случае. Зачем бакинской коммуне во главе с Шаумяном при ограниченном количестве войск, которые нужно от турков защищаться, где-то устраивать какие-то провокации? А вот нападение в районе Шамхора на отступающие российские эшелоны с солдатами, это, и потом это коснулось евреев со стороны националистов Мусавата. Это было, это реально. И еще по поводу, ну разумеется, все это. И еще по поводу антисемитизма армянского. И какая, оказывается, у нас прекрасная жизнь была в Баку. Разумеется, на бытовом уровне не было. Но помимо общих деклараций церковных мы ничего не услышали. А вот события после Мармары, помните все? Там ведь до крови дошло в Баку. Да, власти это пресекли, но там нашлись ультрарадикальные группировки, которые устроили погром и пролилась кровь. 2018 год. Американский исследовательский институт Pew назвал Армению самой антисемитской страной. По опросам. Можно вести в Гугле и посмотреть. Евреев нету. 50 человек, полуармян, полуевреев в синагоге Еревана. Антисемитизм жуткий. Вот то, что есть. Теперь дальше. Что двигало Шаумяном? Идеология Дашнак Цутюн. Идеология национализма. Презрение расового ко всем другим. Нет, он был коммунист, с дашнаками. Но в крови его в был национализм изначально? И ненависть. Откуда? И многие дашнаки потом переменялись и надевали другие шапки. Правильно, социал-демократическая партия была. Ну, так что у меня был изначально? Вы соглашаетесь. Вы во многом со мной согласились, я так чувствую. Ну, что делать? Когда вместо того, с кем бы ты хотел сказать многие вредные слова, сидит умник с благообразно кремовым выражением лица, традиционный умник еврей. Ну, другого выставить, я понимаю, в Азербайджане невозможно, то есть, простите, в Израиле невозможно. Ну, поэтому говорим то, что есть, и если что-то показалось достаточно таким не слишком мягким, я прошу за это прощения. Я думаю, что дискуссия была жаркая, так как, к сожалению, конфликт продолжается сегодня на границе с Арменией и Азербайджаном. Именно поэтому мы сегодня, нам сложно сегодня говорить о какой-то дискуссии более академической, более интеллектуальной, но мы старались это сделать, и с помощью вас мы это сделали. Нам удалось поговорить о очень наболевшей теме, которая волнует регион, да и весь мир, на самом деле, сегодня, Азербайджан и Армения. Эдуард Армаганян и Михаил Финкель, спасибо большое вам, что приехали к нам. Да, пожалуйста. Спасибо. Это была программа «Кто кого?». С вами Бела Дубровский. Пишите ваши комментарии, а мы увидимся уже в следующий раз.